Не первый раз, я понимаю. Так, ситуация обостряется. Вот немногочисленная группа полиции окружили полицию. Вот сейчас смотрите, да? Мы сейчас находимся в кольце окружения. Видите? Мы находимся в кольце. Да? Трансляция из Петербурга продолжается. Я напоминаю, что в Петербурге демократический марш запретили, и оппозиция решила выйти на себя основной вид и посмотреть, как это будет выглядеть. Здесь находится небольшое количество людей, но видите, человек 20, да, оппозиционеров, их окружили полиции. Да, это смешно, конечно, выглядит. Ну, люди что-то с европейскими флагами. Вот, с небольшими плакатиками. Украинскими флагами, да? Какие-то небольшие плакатики есть у людей. Смотрите первую часть трансляции, вы увидите, сколько сил вообще брошено на оппозиции. Подробно снято в полиции, ОМОН, казаки с нагайками, дружинники. Что еще здесь можно снять? Заблокировала милиция, полиция, не пропускает людей. Это все было типа спокойно, и вдруг вот человек 20, который здесь есть, вдруг его блокировал. Ну, видите, люди с украинской символикой. Для людей со сегодняшнего. Сегодня долетает полицейский вертолет, сейчас он скоро, наверное, опять вернется, будет это вокруг нас кружить. Возможно, вот. Окружили, вероятно, в тот момент, когда начинается движение колонн, для того, чтобы не пропустить демократическую часть протестных граждан участвовать в демонстрации. Ну, так, к сожалению, это выглядит в Петербурге. За много-много лет, видите, запрещен марш оппозиции. До этого оппозиция выходила каждый год, ну, в течение там где-то 10, больше 10 лет. Естественно, были протестные всякие лозунги против президента, против Путина, против войны в Украине и так далее. Видно, властям это не понравилось, в этом году они это запретили. Здесь по
пока вот такая ситуация. Удалось выйти из круга, но что-то происходит. А почему не упускаются людей? Чем они привели? Нарушили статью 27 Конституции Российской Федерации. Во-первых, вы путаете, молодой человек. Что я путаю? Сегодня первомайская демонстрация, а вы перекрыли путь людям. А вы перекрыли путь людям. А вы откуда знаете? А я знаю. Нам или нет? А я знаю. Потому что все согласования у меня есть выбор. Да, и у вас по фамилии написано, кто должен быть. Значит, организаторы мероприятия, вас видеть в колонии. Нас видеть в колонии? Это ситуация.